Генеральный консул США на своей странице в Facebook поздравил жителей Дальнего Востока с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне и поблагодарил главу региона и мэра Магадана за открытие памятника советским и американским летчикам-героям воздушной трассы Аляска-Сибирь. В будущем он планирует посетить наш город и лично возложить цветы у монумента. Напомним, торжественное открытие прошло 9 мая, в день 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. Памятник посвящен подвигу личного состава первой перегоночной краснознаменной авиадивизии воздушной трассы Аляска-Сибирь. Свои поздравления городу с этим важным историческим событием прислали с разных уголков страны и мира. Монумент создан на народные деньги. Средства собрали через фонд социального партнерства Магадана. Деньги пожертвовали российские и зарубежные граждане, частные лица, общественные организации и учреждения. Авторы памятника – народный художник России Андрей Ковальчук и заслуженный художник России Константин Кузьминых.